Как молодежь может подзаработать летом и победители какого конкурса определились накануне? Об этом и не только в выпуске. Я Артемий Заварзин, всех приветствую. Местному бюджету экономия, ребятам опыт работы. Как помогает проект «Молодежь Поморья» и какой специальный образовательный курс появился? Парады, торжественные шествия, музыка духовых оркестров и выступления популярных артистов. Увидим, чем запомнился день ВМФ в Северодвинске. И личный состав, и кинологи, и видеокамеры, как ведется охрана и надзор в подразделениях УФСИН, и есть ли техническое усиление. Итак, заработать первые деньги может любой юный северянин в возрасте от 14 до 18 лет. Достаточно обратиться в службу занятости. Во время летних каникул в разных районах области для этого организуются рабочие места. А региональная программа «Молодежь Поморья» выделяет на зарплаты ребятам немалые средства. Эти молодые люди – школьники. Заработать первые деньги им дает возможность региональная программа «Молодежь Поморья». Сейчас 4 трудовые бригады работают в Новодвинской спортивной школе имени Быкова. Задача – до конца августа навести порядок в здании и на прилегающей к нему территории. Ребята заняты на сегодняшний день на создании центра настольного тенниса. Они выполняют работы, связанные с демонтажом перегородок, уборкой строительного мусора. Ну и все те виды работ, которые мы можем сделать самостоятельно для того, чтобы, так назвать, облегчить. Польза очевидна для всех. Местному бюджету экономия, ребятам опыт работы и собственноручно заработанные деньги. Но цели программы «Молодежь Поморья» куда шире. В этом году в штабе молодежных трудовых отрядов сформировали специальный образовательный курс для бригадиров. Нам очень важно, чтобы ребята получили вот в рамках работы, конечно, первый трудовой опыт, но не только первый трудовой опыт. Важно, чтобы это была еще и организация досуга. И нам бы очень хотелось, чтобы эти бригадиры, они несли определенные ценности ребятам. Ирина Клишина второй год состоит в студенческих отрядах и в этом году уже в качестве бригадира. Когда ей предложили поработать с ребятами помладше, включить их в эту деятельность, согласилась тут же. Знает по себе, что трудовые бригады – это не просто работа. Новые возможности, новые знакомства, друзья, попробовать себя как и в коммуникабельном плане, так и открыть для себя что-то новое в плане спорта, творчества. Возможно, побывать в каких-то новых местах. В Архангельской области подросткам от 14 до 18 лет, если возникло желание стать участником трудовой бригады, достаточно обратиться в отделение занятости населения. На эти цели в этом году выделено 11 миллионов рублей плюс 5 миллионов софинансирования со стороны муниципалитетов, в которых в данный момент работает 1500 школьников. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, регион 29. Комплекс средств охраны и надзора в УФСИН модернизируется. За последние 7 лет поэтапно вводились современные интегрированные системы безопасности. Это позволяет более масштабно охватывать все участки режимного объекта, причем контролируется как внешняя, так и внутренняя территория. При этом все не ограничивается только видеонаблюдением и дежурством караула. У нас есть три основных составляющих. Это личный состав отдела охраны, кинологическая служба со служебными собаками и технические средства надзора и контроля за осужденными. Подразделения регионального УФСИН охраняют 16 объектов. Общая протяженность периметров около 19 километров. День ВМФ для Архангельской области – колыбели российского флота. Праздник особенный. На наших верфях рождаются корабли и встают на защиту Отечества. И так на протяжении нескольких столетий. Потому и отмечать дату принято масштабно и ярко. Причем знаковые события прошли не только в воскресный день. Архангельск – город, которому особое внимание. Субботним утром в столице Поморья отдали дань уважения военным морякам и ветеранам флота и почтили память тех, кого не вернуло море. Торжественные возложения цветов прошли у стелы «Архангельск – город воинской славы», а также к мемориалу в честь прибытия первого союзного конвоя. Архангельск – это родина российского флота. Нам есть чем гордиться, у нас славная история у города. И сегодня тот день, когда мы вспоминаем наших военных моряков, наших судостроителей, которые строили эти военные корабли, всех тех, кто принимал участие в защите нашей страны от неприятеля. И, как мы знаем, по известной поговорке, у России только два союзника – это армия и флот. Но, конечно, главные торжества там, где все буквально овеяно любовью к морю и традициям флота. На Красной пристани неповторимую атмосферу создал 10-й фестиваль духовых оркестров «Дирекцион Норд». Гимн России в исполнении музыкантов звучал по-особенному торжественно.
очень отрадно, что в преддверии Дня военно-морского флота, в юбилейный год Петра Великого, данный фестиваль открывается. Я хочу пожелать вам всем насладиться тем творчеством всех наших участников фестиваля, зарядиться гордостью за нашу великую Родину. В этом году «Дирекцион Норд» собрал самый большой экипаж за всю историю фестиваля – 217 музыкантов из Казани, Саратова, Мирного, оркестр из города Минска, Республики Беларусь. Зрителями фестиваля стали не только северяне. Я приехал из города Ростов-на-Дону. Приехал специально на этот праздник для того, чтобы ознакомиться с программой Архангельской области. Дело в том, что мы со своей стороны в городе Ростов-на-Дону активно интересуемся именно оркестрами. И приехали специально в Архангельск по обмену опытом, посмотреть, каким образом происходит все в Архангельской области. Большое спасибо, мы впечатлены. Впечатлены масштабом, впечатлены профессионализмом. Большое вам спасибо. О лучших оркестрах России, большом праздновании Дня ВМФ в Архангельске мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29. Войска Беломорской военно-морской базы Северного флота России прошли торжественным маршем по площади Победы в Северодвинске. Действующих военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ поздравляли и первые лица области, и патриотические объединения, а также духовые оркестры и известные исполнители. Алексей Макеев о главных эмоциях праздника. По главной площади с оркестром прошли военнослужащие из Северодвинского гарнизона, а также участники патриотических объединений города. Парад принимал командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Зверев. Войска Северодвинского гарнизона во знаменование Дня военно-морского флота Российской Федерации построит. По площади чеканя шаг торжественным маршем прошли парадные расчеты Беломорской военно-морской базы, дивизиона кораблей охраны водного района, экипажа атомных подводных лодок. Преемники традиций, заложенных еще Петром Первым. Сегодня это начинание продолжают славные судостроительные и судоремонтные предприятия Северодвинска. Каждый год вступают в строй новые боевые корабли и суда обеспечения, сходят со стапелей подводные лодки стратегического назначения. Военно-морское присутствие России в Мировом океане укрепляет авторитет нашей страны как великой морской державы. Жители Архангельской области вправе гордиться своей причастностью к истории военно-морского флота, а Северодвинск заслуженно стал достоянием государства. Сегодня вы опора нашей страны. Вы не раз доказывали свою отвагу, стойкость, способность выдерживать самые тяжелые испытания во имя безопасности и достойного будущего нашей страны. И каждый, кто любит свою страну, должен равняться на вас. Личный состав Беломорской военно-морской базы Северного флота России достойно выполняет ответственные государственные задачи, а жители Северодвинска успешно работают на благо обороноспособности страны. Руками дружеников северодвинцев создаются мощные современные корабли, способные решать любые задачи в любой точке Мирового океана. Спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны мир вновь оказался под натиском фашизма, когда попытки реабилитировать нацизм и героизировать палачей стали реальностью. И роль военно-морского флота в сегодняшней ситуации трудно переоценить. Особые слова благодарности и низкий поклон в этот праздничный день ветеранам военно-морского флота за их мужество, патриотизм, верность воинскому долгу, который служит примером для молодого поколения военных моряков. Сразу после в небе над городом пролетели вертолеты Ми-8, которые пронесли государственный флаг России и исторический символ российского военно-морского флота – Андреевский флаг. А жители могли познакомиться с военно-морской техникой, поздравляя друг друга с праздником. Работал, занимался приемкой систем на кораблях. Поэтому мне они очень близкие по духу. Много лет я проработал на предприятии «Звездочка». Современное вооружение и оружие победы, водолазное снаряжение и военные артефакты. Большинство жителей Северодвинска пришли на праздник семьями. Потому что это наш праздник. Поэтому мы здесь. Россия за военно-морской флот! Ура! Хочу пойти на моряка, изучать океан или на подводной лодке спуститься туда, где очень мало людей побывало, в Марианскую впадину.
На главной площади города полевые кухни, желающие традиционно попробовали флотскую кашу, слушали духовые оркестры, а также молодого, но уже полюбившегося многим исполнителя «Шамана». Алексей Макеев, Александр Кузнецов, регион 29. Архангельский речной порт совместно с партнерами медиахолдингом «Регион 29» и агентством наружной рекламы «Факел» подвели итоги конкурса «Мое теплоходное лето». Он проходил уже во второй раз. Как и в прошлом году, 10 лучших работ уже украсили городские скамейки в центре областной столицы. Конкурс рисунков проходил под девизом «От жары, хандры и прочих недуг. Речные прогулки как спасительный круг». Победители и призеры получили памятные подарки от организаторов. Я 4 месяца в год езжу на остров Кега. Там живут мои бабушка с дедушкой, это деревня. Там отбывал ссылку Александр Грин. Именно там он и придумал свои алые паруса. Это я отобразила на своем рисунке. Поучаствовать в конкурсе могли все желающие без ограничений. Техника исполнения рисунка любая. Причем это могли быть как индивидуальные, так и коллективные работы. Это все, о чем успеваем рассказать к этому часу. Итоги понедельника в 19 ровно. Не прощаюсь.